Смоленщина. Не первый год здесь выращивается хорошая кукуруза. В совхозе Талашкина мы побывали в пору уборки. Не менее 400 центнеров зеленой массы получит с гектара совхоз. Следуя примеру знатного механизатора Николая Мануковского, коммунист Валентин Никанорович Барченков обязался собрать на отдельных участках до 700 центнеров. Совхоз одним из первых в области начал уборку кукурузы, под посевы которой здесь в этом году отведено 500 гектаров.